2 апреля в 15 часов в Доме офицеров флота в литературной гостиной Людмилы Васильевны Комаровой пройдет музыкально-поэтический спектакль «Над всей Испанией безоблачное небо». Именно об этом событии в культурной жизни нашего города будем говорить с гостями студии. Светлана Григорьевна Демишева, художественный руководитель детско-юношеского музыкально-поэтического театра «Родники». Здравствуйте, Светлана Григорьевна. Здравствуйте. Евгений Тузов, артист детско-юношеского музыкально-поэтического театра «Родники», и Анна Герман, также артистка этого театра. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Григорьевна, первый вопрос к вам. Почему же все-таки Испания? Потому что, во-первых, это интересно. Потому что в основном у нас темы военные, материнская тема, тема 8 марта. Там. А что-то такое для взрослых, потому что в театре и взрослые, и что-то необыкновенное, конечно же, ближе всего это Испания. А еще 36-39 год, события в Испании, 80-летие этих событий в прошлом году и те события, которые происходят в наших странах, Украине и России, которые очень актуальны созвучны сейчас. А в спектакле будет представлена только патриотическая поэзия? Нет, нет. Начинается с того, что девушка решила поехать в Испанию. И когда она шла по улицам Мадрида, она вдруг вспоминала старые песни, которые она слышала когда-то в детстве, а может быть, от кого-то передалось что-то. И младшие дети все выходят и поют «Гренаду», которая всем знакома, но сейчас ее не слышно, этой «Гренады», но это было. А потом она вдруг захотела стать Кармен. А потом она прожила роль А давайте мы спросим у Анны, какие роли она будет проживать во время спектакля? Ну, я проживала роль как живущей в Испании, то есть приезжей. Ну, участвовала как в гражданской войне, участвовала на Кариде, наблюдала за всем этим, и я побывала в роли Кармен, как уже сказала Светлана Григорьевна. И все это смогут увидеть севастопольцы, ну, самое, я перебью вас, да. Но самое главное, она влюбилась, она там влюбилась в Испании, вот. Сидит герой-любовник. Герой-любовник, вам слово. Какие роли вы проживаете и чем интересно для вас участие в этой постановке? Ну, я играю Тореадора. Играю тоже военного участника гражданской войны. Тоже влюбленного человека, вот, в Кармен. Вот. Ну, вот такие, а что для вас ближе всего или было необычно? Может быть, какой-то образ совсем от вас далек, но пришлось перевоплотиться. Все-таки сцена обязывает. Ну вот, например, Тореадор. Раньше я такие темы не размышлял над ними, а вот после участия в этом спектакле переосмыслил ценности, такие как убийство животных ради забавы. Ну, я считал это как бы нормой, но не задумываясь об этом. Теперь по-другому. Раньше это была просто данность, да? Вот так, да. Есть там такая, есть традиция, а теперь у вас есть свое мнение. Да. Она для вас? Для меня, конечно, была роль Кармен самой трудной, так как надо было вжиться эту роль этой страстной девушки, которая привлекала всех. И, ну, для меня как бы это было немного сложно. Немножко несвойственно, ну, вам, да. Это было, да? Светлана Григорьевна, расскажите о своих артистах, которые с вами пришли. Они уже, ну, кто 8, кто практически 10 лет занимается в вашем театре. Да, в нашем театре уже перезанималось столько людей, и они уже стали взрослые, и у них уже свои дети. Это и Аня Панченко, вот на фотографии, мама, которая работает директором библиотеки. Вот она тут с краешка стоит. Это и Лилечка Балдыга, которая уехала в Харьков, поступила в академию в Харькове, учится. Это Света Кирсанова, которая все 9 лет со мной в театре. И Юра Литвиненко. Это много детей. Не все остаются, жанр специфический. Но основной костяк, он уже 10-й год в театре.
И выступали мы на всех площадках. И Женя лауреат, дипломат, всевозможных. Расскажите о наших гостях, представьте, а то как-то нескромно, если да. у них начну спрашивать, они, может, Женя Тузов, он лауреат и дипломат самых больших конкурсов в Украине. Света Кирсанова, Юра Литвиненко, тоже победители конкурса в Украине «Усмешки глазового». Они юмор читают. Анечка, неоднократный победитель городских конкурсов чтецов. Сейчас немножко такой, немножко застой, но опять начинаем. Мы вот уже чаще на телевидении уже второй раз за 3 года. Вот мы уже в ДОФИ часто выступаем, в Корабеле. 17-го Корабел будет праздновать 95-летие в Театре Луначарского, и мы будем выступать. Мы очень дружим со всеми. Расскажите, пожалуйста, о музыкальном сопровождении спектакля, который вы представите в воскресенье. Будет ли там живая музыка или подборка фонограмм? И кто вообще отвечает за музыкальное сопровождение? У нас, с нами работает профессионал высочайшего класса. Это Щериля Татьяна Викторовна. Она работает на общественных началах так же, как и я. Но это не говорит о том, что она плохо работает. Нет. Вот она нам сопровождение гитарное делает, но кроме всего у нас еще и фонограммы. Много музыки, очень много. У нас остается не так много времени до конца эфира. Я хотела бы попросить ваших артистов продекламировать нам отрывок из спектакля, если это возможно. Испания, меня ты не растила, но до того мне кажешься родной, что родина моя, моя Россия, мне показалась родиной второй. И чудится, что ты была мне кровом, землей, хранившей мой земной покой. И новые деревни мне не новы, и твой язык знаком как свой, родной. Тобой дышу, все чаще забывая, я дочь другой, совсем иной земли. Испания моя, земля чужая. С каких времен ты у меня в крови? Начинается плач гитары, продолжается плач гитары, разбивается чаша утра. О, не жди от нее молчанья, не моли ее молчанье. Неустанно гитара плачет, как вода по каналам плачет, не проси у нее молчанья. Как плачет закат о рассвете, как плачет стрела без цели, как песок раскаленный плачет о прохладной красе камелий. Так прощается с жизнью птица под угрозой пчелиного жала. О, гитара! Бедная жертва 5 проворных кинжалов. Так под рокот гитары, под треск кастаньет смеются прикрытые веером губы. Наверное, я не узнаю секрет, за что эти губы мужчинам так любы. О, я все равно благодарен любви и смог испытать необычное счастье, что этот холодно-решительный взгляд во мне вызывает испанские страсти. Вырастают крылья у любви, ведь она даруется Всевышним. Ничего сейчас не говори. Улетаем. Улетаем. Выше. Выше. Выше! Спасибо вам большое, уважаемые гости. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях сегодня были Светлана Григорьевна Демишева, художественный руководитель детско-юношеского музыкально-поэтического театра «Родники», Евгений Тузов, артист этого театра, и Анна Герман, также солистка этого театра. Гости эфира пригласили вас, уважаемые севастопольцы, на музыкально-поэтический спектакль «Над всей Испанией безоблачное небо», который состоится 2 апреля в 15 часов в Доме офицера флота в литературной гостиной Людмилы Васильевны Комаровой. Если вас заинтересовал отрывок, который прочитали наши артисты, у вас есть возможность увидеть весь спектакль целиком, вход абсолютно свободный. Я же говорю вам до свидания и до встречи в эфире.